Years ago, when we left Thailand, I never thought we could get to come back here. You don't get to revisit dreams, but it looks like reality's going to take place, and welcome back to Thailand, World Team 04. We are 505 people strong for World Team this year. It's a fun jump. It seems kind of crazy to take 500 or 672 people and put them into downtown Bangkok, into a little tiny field. But trust me, it's going to work. Bye.
was it? Very exciting. Exciting. I don't know if I will do it again. Патрик просто говорит, никогда больше. Не просто 400 человек, команда, которая вместе работает. В команду мира входят спортсмены более чем 40 стран. Это просто фантастика. Это один из самых опасных видов спорта, и именно в парашютном спорте. Море опасностей, очень страшно, но безумно интересно. Пока к кислороду привыкли, пока осмотрелись по сторонам. Первые прыжки были, конечно, такие стрёмные. То на тебя падали, то ты падал, блин. Выгребал снизу, блин. Такое впечатление, что первые прыжки вообще все прыгали без сознания. We'll be right back.
очень много внимания уделялось безопасности, хотя зачастую было страшно. После отделения четырех самолетов, которые занимаются порядка там 15, представляют собой просто облако. Облако людей. А потом в течение 20 секунд они все должны садиться в узкое кольцо там. Конечно, это большой труд, это огромные надежды, это неимоверные усилия всей вот этой парашютной тусовки. И даже тех, кто оставался на земле, и кто болел за нас. Я убегаю первой, бегу всего лишь 15 секунд, открываю свой парашют, а все остальные бегут еще как минимум 20 секунд, и это все на моих глазах, это просто салюты живых людей. The team is now in its final stages for organizing the world record.
2004. We've done some incredible jumps. We've got a new Guinness Book World Record. We still want to get an FAI World Record. Everybody's ready to go. The skydives are at an incredible level. The team is the strongest large formation team ever assembled. We have some adversity. There's clouds here. For the last couple days there have been clouds, so we haven't had a chance to jump. Жаль, что погода вмешалась в наши соревнования. Но я надеюсь, что все будет хорошо, потому что люди настроены, люди хотят построить рекорд. Молодец, Джей, конечно. Мудрое решение, я считаю, принял. Увез всех у нас на какой-то аэродром. А, ребята, пока все здесь, подтверждаю. При вылете иметь 500 бат. Сбор аэропорта, молодец. Бакс. Да все, бакс. Все слышали, да? День начался. Ничего хорошего.
с каждой минутой уходит время, а результата пока нет. Вот, проблема с погодой. Очень надеюсь. Иначе не знаем, как возвращаться в Москву без этого. Обязательно надо сделать. Я считаю, что на 99,9% народ готов построить этот рекорд. Народ готов построить этот рекорд. Готов построить этот рекорд. Первый раз за всю историю рекорд состоялся достаточно быстро. То, что состоялось, это действительно чудо. Это то чудо, которое ждали все и на которое все надеялись. И оно пришло. Не знаю, ну такой восторг дикий после всего этого. Ну вот едем, рекордсмены. Классное чувство. Все очень старались, все вышло. Следующий рекорд будет 400. Необходимо, чтобы в районе русский был свой сектор. We are the champions.
сейчас судят и выдадут свой вердикт через несколько минут. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Только вот было показано единение всей мировой команды, действительно мировой команды. Настолько как бы сложилась фигура, настолько она лежала правильно и хорошо, что в этот момент, наверное, люди и чувствовали, что они являются единым целым и единой командой.